Так, ну что, Костя, делаем? Так, ничего темного, ничего светлого, а что-то однотонное. Темные цвета тоже бывают однотонные. Ты, я мать шестерых детей, я лучше знаю. Так, давай-ка нам зеленый. Что? О, мамочка. Да просто посмотри, какая ты Шрек будешь. Я возьму дополнительную плату за просто использование материалов. Окей. Да, блин, думаю, вас остановит. Ладно. Ну, какой вам хотите зеленый? Темный. Светлый. Темный. Так, давайте вот такой вот. Он так. Вау. Это я тебе, красотка? Фу, Габи. Ну-ка сделай такое лицо, как будто тебе фу. Фу. Лицо от волос не отличить. Мам! Давайте синий. Может, розовый? Ну, давай. Ой, фу! Не-не-не. Понял, давайте синий. Так, ну как вам? Не, я какая-то голубика. Мне кажется, ты черника. Нет! Да она вообще мальвина! Давайте попробуем светло-фиолетовый. Не, ну ты что, дядь? Так у нее же был фиолетовый, такой яркий. Как будто высветился. Не-не-не. Все это про меня в садике подумают, Виталя. Понял. Ну, может, тогда вот такой вот, неончик? О! Ой, ну не! Да ну, мам, нормально, ты чё? Такая, как бы, лох-звезда. Ну-ка, сделай фу. Фу. Ну, вообще не отличить. Да, мам! Как будто лысая. Мама! Так, давайте вот такой вот попробуем. Ой, это что, нежный калась? Габи, кто? Нежный калась. Господи, бабочки. Нет, мне не нравится. Хочу красный. Так это я это, Кололина. Ковалина. Ковалинска, привет. Давайте темно-красный. Не, я какая-то тиглица. Ну что вы делаете ребенку? Вообще ничего не понимаю. Так, давайте опять неон. Неон остался голубой. Ну не, это скопилки такие крутые, типа. Нет, мне тоже не нравится. А вы что тут делаете? Ой, здорово, тетя. Здорово! Так это я че? На зарплатку, да, я волосы выпрямляю. Боже. Ну можем попробовать серый. Ты что за зря? Моя дочь не бабка! Спасите.